Нам, пожалуйста, что там детки делают? Пьют. Спят? Да. Ты их уложила? Да. Покажи нам свой дом. Вот. Вот. Ой, какие красивые. А как же вы там все помещаетесь? А ну покажи. Как ты туда залазишь? Классно у вас здесь, да? Угу. Можно к вам в гости? Я так чуть-чуть. Можно? Ой, ой. Как упал сюда, сюда. Все, все, все. Ложись вот сюда, на эту сторону. Расскажи вам, как давно вы получили эту квартиру? Ну, 3 часика. 3 часа назад? Да. Ложитесь спать вместе с детками. Вам тут удобно? Да. Уютно? Ага. А что вы любите кушать? Что детки кушали? Кашу. Кашу? А перед сном они что кушали? Не знаю. Ну, ты же хорошая мама. Да. Ты же добрая мама. Да. Ты перед сном им что дала? Я им кашу чего обрабатывать. А потом конфетку. Да. Конфетками накормила детишек? Да. Ты потому что ты добрая, да? Да. Если бы мама была добрая, она бы тебе тоже конфетки давала. Ну, она мне не давала нам. Значит, она не добрая? Да. По-моему, она самая добрая. А воды нет. Почему? Не угадал. Почему не угадал? Мама поехала, приедет и привезет тебе кучу подарков. Зачем? Зачем? Потому что она тебя любит, потому что она добрая. А у вас в доме даже свет есть? Да. Солнышко? Ну, у нас нет света. А вот это окошко есть же, где светит? Угу. Замечательный дом. Расскажи нам, как тебе тут живется? Хорошо. Дружно? Пап. А. Пощунь. Ты мне голову тоже ты меня видел. Я тебя вижу. Тебе там правда нравится? Да. Выходи, пусть детки поспят. Да. Да? Да. Так. А давай. Что такое? Ты мне дай еще одну игрушку. Какую? Какую идет лошадку. Лошадку? Угу. Железную? Да, какая идет. А которая идет? А я не знаю, где она. Папа, вот она где, на. Вот она где, да? Да. Тебе ее достать надо, да? Да. И ты будешь в нее играться? Да. Ну. Я буду кормить, кушать. Так она же разбудит деток. Нет. Она же будет ходить и разбудит деток. Нет. Да. Ну, у нее уже целая века. Да? Да. Садись ко мне сюда, на ножку. И расскажи мне, пожалуйста, одну историю. Как про ты? Волосики. Расскажешь? Да. Правду расскажешь? Да. Ну, расскажи мне, ты хочешь, чтобы у тебя были длинные волосы? Да, пусть меня обосал принц. У меня уже вот какие. Скажи, принц, смотри, какие у меня волосы. Годи, папа. А принцу не хочешь показать? Хочу. Вот какие длинные, уже почти выросли, да? Да. И он тебя спасет? Да. От кого? От дракона. А кто дракон? Это такой тащий дракон. Понятно. От дракона он тебя спасет? Да. И будете вы что дальше делать? Идемся с ними замуж. Замуж выйдешь? Угу. А потом? А потом буду всем замуж жить. Замужем будешь жить, да? Да. А вот расскажи мне, пожалуйста, а где же вы жить будете? В доме.
Вот в этом? Да. И вы думаете, вам там места хватит? Да. Может быть, принц должен большой дом построить тебе? Ну да. С башнями? Да. Ну, в общем, принц должен быть строителем, да? Да. Вон у него есть большая отвертка. Отвертка? Да, у какое. Ага. Ну-ну. И он что этой отверткой будет делать? Башню строить? Да. Ну, это ты прям вообще придумала, да? Да. Тебе нравятся большие отвертки? Да? Да. Ты что, ебаешь этими девочками? Да ты что? А покажи нам свой наряд. Покажи. Волшебную палочку. И волшебную палочку. Да, где волшебная палочка? Вот здесь. Показывай. Вот она, твоя волшебная палочка, да? Да. А где твои волшебные бабочки? Вот они. Вот они? А как ты их одеваешь, покажешь? Покажу. Ну, сейчас я на них, ну, я сейчас собачки. Снять с собачки? Да. И ты будешь как феечка? Да. Ну, давай снимем с собачки. Так, это тебе. Да. Это снова тебе. Нам мама сказала, что делать? Учить букву новую. Не хочу. Почему? Не хочу, почему? А принц же захочет, чтобы ты выучила новую букву. А я пишу принцу багаю для моей буквы. Где твои буквы? Папки. На холодильнике еще. Какие? Вот какие у тебя крылышки, да? Да. Ты прям как фея. Мне нужна сейчас твоя палочка. Вон твоя палочка. Ох ты, феечка, да? Да. Как ты колдуешь, покажи. Вот так. Ой. Ты фея. Теперь и я фея? Да. А детки не проснутся? Мы же тут так громко разговариваем. Не проснутся. Нет? Они хорошо крепко спят, да? Да. Крепко спят. И мультики им смотреть нельзя. Тебе ты Луна. Кто? Тебе ты Луна. Уна? Да. А кто такой Уна? Это такая игра. Игра? Да. Ты играешь в Уна? Да. В карты? Да. Мне мама дала карту. Не и надо. И я положила. Куда положила? Вот сюда. Ты с мамой играла в Уна? Да. А мама что делала, когда играла в Уна? Это большая мама. Мама выигрывала. Да? Да. А тебе я... Таня играла, или Маведечка тебе играла. Да. Другими не играла людьми. Ай! Да? Ты вот так ходишь? Как робот? Покажи, как ты танцуешь. Покажешь? А можно без пакетика? Ой. А давайте я вам музыку включу. Какую, танцевальную? Да, крепко. Репка? Антошку? Да, а я потачу дети большой друзья. Дети что? Большой друзья. Нет, еще не проснулись. Давай потанцуем. Вылази танцевать. Пойдем танцевать. Давай, показывай, как ты танцуешь.
А еще как можешь танцевать?